Нурсултан Назарбаев продолжает получить поздравления со всего мира в связи с официальным вступлением в должность президента Казахстана. Поздравительную телеграмму сегодня направил генеральный секретарь ООН. Пан Ги Мун выразил надежду, что отношения Организации Объединенных Наций с нашей страной будут и дальше развиваться во благо народа и всего региона в целом. Поздравили Нурсултана Назарбаева и руководителя ФРГ, канцлер Ангела Меркель и президент Йоахим Гаук. В своих телеграммах политики заверили, что Германия остается надежным партнером Казахстана в деле модернизации экономики и общества. Теплые слова и пожелания по случаю официального вступления в должность Нурсултан Назарбаева также направил президент Италии Серджо Маттарелла, глава Сингапура Тони Тан Кен Ям и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.